понедельник, базар, мы пошли на базар, накупили всего фруктов, овощей, и я решила приготовить постные голубцы. Значит, все я это повытаскивала, болгарский, кабачок, помидорчики. Баклажаны я предварительно обжарила в масле. Значит, то, что внутри, я, друзья мои, я это все пережарила. Я экономная хозяйка, ничего не выбрасываю. И очень вкусно кабачки. Ну, их обсыпала заранее соль, выжила сок. Значит, рис у меня крупный варится. Потом я добавлю помидоры, морковку, болгарский перец, петрушечку в конце, чесночок в конце. Хорошая начинка готова. Я добавила, помешала все с томат, добавила ложку и с рисом. Сейчас она остынет, и я буду начинять мои вот такие вот кабачки, баклажаны, болгарские помидорчики. Почему я сделала много? Потому что я хочу еще поделиться с соседями. Соседи, трое внуков, пускай они покушают за здоровье моих детей. Так, ну что, мои хорошие, я нафаршировала мои голубчики. Сейчас только остается. Помыла, чуть-чуть прибралась. И сейчас буду продолжать их варить. Сейчас остается только добавить вот такой вот я... Как говорится, развела томатную пасту, добавила чуть-чуть растительного масла, вот в этой, где начинка была. Я же говорю, экономная я хозяйка. И, в общем, друзья мои, залью этой соль, добавила приправы, сейчас залью и до готовности. Но вот эти голубцы у меня остались, я их отправлю в морозилку, переложу в такой контейнер и заморожу. Так, ну что, мои хорошие, полчаса мне хватило, чтобы... их проварить, мои голубчики, так как у меня был уже рис отварной. Так что вот так вот они выглядят. И приступаю к сервису. Дегустатором будет мой муж, как всегда. Ну что, мои хорошие, голубчики готовы. Салатик. Вот так мы сидим на балкончике. Сейчас мой муж будет дегустировать. Мне самой интересно. Скажи привет всем. Привет. Привет. Привет, скажи. Все, привет. Короче, друзья мои, давай, начинай есть. Горячее. Попробуй. Давай. Ашкем. Тады на бак. А? Да. Понравилось? Да? Да? Приятного аппетита! Бибер. А ну-ка он попробует бибер. Перец готов или нет? А, сварился. Так что вот такой мой капризному мужу, если понравилось, значит действительно вкусно. Приятного аппетита, друзья мои! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, будьте со мной. А это я вам сказала, что... голубцы с моим секретом, не такие, как у всех.